сейчас напечатаю. Какой-то погром просто. Еще чуть-чуть в машине вещей. На кухне тоже погром. Жесть, хочу воды. Опять фоточки из этого зеркала и видео тоже. Сейчас поедем в Ленту. Надо кое-что докупить еще. То, что я не купила, то, что нет дома, скажем так. Вот, я даже не красилась с утра, вообще настроения не было. Такая, думаю, пофиг, вообще пофигу. Поехали, просто поехали. Сейчас моя квартира, вот эта вот жилая комната, скажем так, часть даже комнаты выглядит вот так. Это кошмар. Я вчера пришла с гулик и просто вот повесила одежду и легла спать буквально. Меня вчера хватило разобрать чемодан, он полностью пустой. Разобрать пакеты вот все, что здесь были, здесь еще не до конца. Да, и в шкафу там еще вещи лежат, тоже надо разобрать. Ну и, собственно говоря, завален стол, да. Я вчера накрасилась, собралась и свалила гулять. Думаю, ну а что его это, вот это вот все? Разберемся. Завтра будет более свободный день, понедельник. Мне, кстати, на учебу не надо. Да-да. Сегодня день первака. Вот. Мы уже четвертый курс как-никак. Поэтому сейчас это все будем разбирать с вами. Ну вот, что еще здесь вам интересного показать? Не знаю, хочу разобрать стол. Потому что я не знаю, я показывала или нет в каком-либо видео, но у меня здесь все абсолютно под маникюр. Я хочу сейчас вот этот верхний ящик себе освободить от маникюрных штучек, потому что, ну, в общем-то, все куда-нибудь вниз переставить, потому что мне нужно сюда сложить там ежедневники, карты, книги, там еще что-нибудь. В общем, нужно немножечко освободить вот этот ящичек. Вот, и, в общем, сейчас этим всем займемся. Подключила уже песню себе с телефона. Ну и, в общем, такие вот дела. Подарок для Кристины. Здесь очень много всяких штучек, что она заказывала. Это сироп, какой-то фильтр и... Нет, подождите, фильтр вон там беленькая, а вот здесь капучинатор. Там еще открыточка и немножечко пакетик. Тут такая... Короче, выпирает из-за еще одного... сиропчиком. Будем вручать, потому что день рождения у Кристинки уже прошло. Пакетик тяжелый, она рядышком. В общем, отдам ей. Пусть наслаждается вкусным кофе с сиропами, вишня, по-моему, и попкорн. Вот так. Да ты что, это даже не сарказм? Забирай эту херню. Фух. А то. Поздравляем вас с очком, ой, 21-летием, извините. Ошибочка по Фрейду, все дела. Пейте кофе, наслаждайтесь, вспоминайте нам. Повашите Алене ручкой и скажите спасибо тете Алене. Спасибо, тетя Алена. Доброе утро, ребят. Сегодня 3, да, получается, сентября. И я выхожу на учебу. Это просто... какой-то ужас, потому что сегодня начинается 4 курс. Я в шоке на самом деле, потому что, ну, для меня какое-то неосознавание того, что вот уже 4 курс, что прошло 3 года с момента поступления, как я поступала, вот здесь я вам скриншот вставлю, что я выкладывала в Инстаграм, и я просто в шоке, что прошло столько времени, и это вообще какой-то прикол на самом деле. Вчера, кстати, пыталась волосы уложить, и они у меня сегодня таким прекраснейшим объемчиком идут. Красота. Собираем сумочку на учебу. Не сделала вчера, она вообще полностью пустая. Нет, единственное, здесь есть вот эти штучки и все. Итак, ну, студенческий билет, понятное дело, тут как бы все по классике. В общем, беру 2 тетради, у нас сегодня 2 лекции и 1 практика. И еще воду надо взять. Точно, сейчас надо в холодильнике взять воду. А еще сейчас мне решили отменить пару за 1,5 часа до ее начала. Узнаю свой вуз, я скучала по резко отмененным парам. Ребят, я просто безумно поэтому скучала. Вы себе даже не можете представить, как. Я просто обожаю этот момент. Конечно же, нет. Кто обожает, когда у него срываются там планы в жизни, да? Ну, никто, конечно же. Конечно же, никто. Вот я сейчас пью кофе, мы договорились с подругой поехать в ее вуз, ей там нужно дела поделать, вот поедем, потом она меня проводит до Листеха, и
Все, она поедет домой, я останусь на две пары. Меня мамочка отправляет учиться, за ручку поведет в университет, чтобы я не сбежала, чтобы я дошла до пар. То все, погнали в новый курс, в последний рывок. Как моя подруга сказала, последнее наше 1 сентября в листе. Поэтому последний рывочек, и все. Знаете, я могла бы часик дома посидеть спокойно, не ехать с Юлькой никуда. Но что-то так сидеть дома не хочется плюсом. Но, в принципе, все равно, чтобы выезжать. Я такая думаю, да, поехали с тобой в ПЕД. Прокатимся, чего нет. Я, кстати, еще подарила Кристине подарок. Я вставлю кадр, как я вручала. Вот. А, нет, подождите, это будет в прошлом влоге. И, короче, я не знаю, где это будет. Я сегодня наконец-то сяду за монтаж летнего влога, потому что я собирался за август материал, а я ничего не делала с этим материалом. И вот я сяду за его монтаж. А, волосы уже светят. Пиши, когда едешь, и если не спится, а если ты долго, попробуй присниться. В твоих сообщениях я чувствую нас между строк. Холодной метелью по зимней столице пиши, когда едешь, и пробуй присниться. Сквозь сон на беззвучном твой ночью услышу звонок. Я нетерпеливо обновляю ленту, встрагиваю каждый раз от звуков телефона. А ведь раньше была как удав спокойно, пока не оказалась с тобой знакома. Кофе и скотч мне не помогает, все изнутри кипит. И твой след от чашки высох. Ну что, первый день в листехе сегодня позади. Я безумно рада этому событию. У нас сегодня должно было быть три пары. Но нам отменили первую пару. Вторая пара была полностью, она прошла. То есть прям от и до ее провели. А третья пара, мы посидели, прождали минут 30. Преподаватель у нас пустил в аудиторию, потом мы его ждали. Потом мы с ним поговорили, и он нас отпустил. Вообще прекрасный мужчина, такой в возрасте, как бы, кто он, полковник, не полковник, я уже забыла, он представлялся, но я уже забыла, ну, бывший, типа. А он из какой-то Макинской академии Жукова у нас тут в Воронеже. Вот. Так что вот такие вот делишки, ребята. Не знаю, что вам еще рассказать. Я не знаю, что вам еще рассказать. Я пока что дома. Удивительно. Вчера ходила в Олимпик, дарила Кристине подарок. Позавчера ездила на Адмиралтейку гулять. Короче, дни насыщенные. Прям обожаю. Но это пока что Юля еще может мне их разнообразить. А потом все. Потом опять холода. Все как обычно. Я, кстати, на реснички накрасила так прикольненько. Я еще ставлю кружочки. Сегодня записывала. Я такая, блин, вообще красавица. Просто не могу. Мне понравился кружочек. Там музыка такая. Поехали, почитаем, послушаем пластинки. Ты там, ну, там по тексту надо смотреть. Прикольная песня. Люблю твои фокусы. Их на плюсы и минусы. Что? Я сегодня шла по этих платьях, потому что на улице как-то жарковато. Вот, в штанах еще успеем находиться, поэтому сегодня в платьюшке. Знаете, вообще, у меня бешеное желание туда не идти, на самом деле, потому что я буду одна, я буду без подруги, потому что она не вышла еще на учебу. Она только в пятницу будет. И такое бешеное желание туда вообще не идти, потому что, ну, одной скучно будет, господи. И завтра ее еще не будет, и она только в пятницу выйдет. Я выходила. Нет, это все здесь. Где бы мы с тобой еще сделали фоточки совместные? Сколько лет мы дружим, за первый раз сфоткаем. Вообще. Пожалуйста. Какая красота. У меня еще один на холодильник пойдет. А на холодильник? Ну, я на холодильник клею. У меня типа соленый из Липецка, солей на полароид, и будет с тобой тоже из Воронежа. И твой след от чашки высох, и громко на столе молчит. Я заварю крепкий, как ты любишь, черный с сахаром. С тобой я готова пробовать старые вкусы заново. Пиши, когда едешь, и если не спится, а если ты долго, попробуй присниться в твоих сообщениях. Еду в листех. Сегодня пятница. Сегодня последний учебный день на этой неделе. Желание идти не бешено. Мне нужно только у меня себе выбор. Мне нужно только, короче, на последнюю лекцию и все. А другие две мне не надо. Поэтому я не знаю, прям такое желание не идти. Для пары с человеком, который не отмечает.
Темная душа не спасает, ты белый мерин. По итогу тут решает лишь только во что мы верим. Те, с кем я петляю по этой мутной дороге, тоже знают, не бывает ошибок, только уроки. Ты утром после клуба ревешь, и все сожжено. Жму на тапку, чтобы делать и дальше, что суждено. Это другая романтика, где-то в районе МКАДа. Я нащупал свое сердце, оставив тебя за кадром. Слышишь? Мы оттуда, где улыбаться нет причин, но лица вижу веселыми. Но постой, почему? А че нам суета? Мы в людях ищем людей, в салоне шатает головы. Да, тете бывает скучно. Да, да. Здравствуйте, это влог. Мой влог. Я украла права у Оксаны. Я не знаю, как перевернуть камеру. Это мерзко. Бля, обидно. Но, короче, я сижу. У меня освобождение от физкультуры, а у Оксаны нет. Поэтому она прыгает. Сейчас где она тут есть? Вот она, такая мандавушка. Я считаю, радуюсь жизни. Конечно, тебя замуж взяли, меня еще нет. Ну вот. Можно разжиреть теперь, раз замуж взяли. Всем пиз. Вот знаете, вот этот вот ночной образ жизни, это что-то с чем-то. Я запускаю стирку. Я уже сходила на площадку спортивную, я прыгала на скакалке. Там сделала пару упражнений, у меня все равно энергия есть, я не знаю, куда ее девать. Это вот ужасный ритм жизни на самом деле. Вот это вот все движения по типу... Так, подождите, у меня там есть особые вещи, значит, не больше 30. Короче, вот эти все движения по типу листеха, который начинается в 13:40 пары, в понедельник вообще в 15:20. Поэтому вечер пятницы у меня штырит прыгать на скакалке. Да, еще нет. Знаете, какие волосы прекрасные. Уи! Короче, я доехала, купила растения, цветочки. И вообще красотища. Дарите девочкам цветочки, им всегда приятно. Это я купила, в общем, подруге ко дню рождения. Сегодня у нас будет мероприятие. Мы решили ввести такую традицию с девочками, что дарим, в общем, цветочки. Обязательно на день рождения, потому что это красиво, это приятно, это круто. Поэтому вот такие вот традиции новенькие появляются. Я приехала домой, все. Я устала, очень день какой-то интересный. В 11 вышла из дома. Сейчас где-то 2, начало 3. Вот, так что такие дела. Будем скоро начинать собираться часа в 4, потому что мне надо в 19:00 быть уже на Дельфине. На Остужево 2, короче, в Дельфине. Ну что, я, в принципе, собралась, я готова ехать на день рождения, я погладила себе платье, накрасилась чуть-чуть. Я, кстати, вообще перестала красить брови, я их просто укладываю. Я такая, опачки, что? И что, нам это нравится? Вау! И теперь у меня из макияжа остаются только глаза, и все. Потому что мне нравится, как с ресничками выглядит. Хлопай и взлетай, как говорится. Вот. Это просто тушь очень хорошая, новенькая. Волосы тоже что-то попробовала по кудрявому методу укладывать. Ну, как в прошлом видео. Тоже барашком я была чуть-чуть там в начале. Вот. Ну, не знаю. Сейчас, если мне не понравится, я их расчешу и все. Смотрю сериал. Забыла название, но очень-очень интересный. Он такой точка ноль. Такой своеобразненький, но интересный. Мне прям нравится такое напряжение. Весь сериал чувствуется. Я, по-моему, на 4-й серии или на 3-й. Вот, так что будем собираться, и сегодня будет, наверное, буду заканчивать я влог, потому что Кристинки на день рождения сюда войдет, и все. Мне кажется, там уже много материала. Что, я еду опять в этом платье, я его что гладила, что не гладила, но уже какое-то мятое. Ох уж этот лен, просто класс. Также в туфельках поеду, хочу быть девочкой-девочкой. Ой, цветочки, сумочка с вещами, и сейчас уже буду выходить, потому что нужно уже вызвать таксишку. Ты мне нравишься. А ты мне нравишься очень, я сосредоточен на глазах твоих. Может перебить и покоцан, но что же нас ждет от твоих ноготочек? А ты мне нравишься очень, я сосредоточен на глазах твоих. Может перебить и покоцан, но что же нас ждет от твоих ноготочек? С твоим 21-летием. Поздравляю. Спасибо, девчонки. Я руку отвалила.
Да, Кристина, подарок мы тебе уже основной подарили. Как бы ты его уже, надеюсь, опробовала. Уже вовсю. Вот, мы решили ввести новую традицию. Вот этот букетик специально для тебя. Это лучшая традиция, я ее взяла. Мы решили, что мы уже взрослеем, мы уже взрослые. Уже пора вводить такую традицию. Поэтому эти прекрасные цветы, которые я сегодня возила по всему Воронежу, специально для тебя. А я их вовсе не видела. Вообще. Да? Откуда они? Абсолютно. Никто. Анонимность, блин. Все, можешь забирать. А где вы покупали? А где купили, там уже нет. Там уже нет? Все, поезд ушел. Разуться. Я еще тут у забитый час, но меня не ждут, а я на отказ. Я летаю в мыслях сам по себе, вдохновляют песни про любовь, песни о тебе. Дальше. Бля, Кристина, ебать, даже пацаны. Пацаны с тебя. Бля, кумары заели. Потом нахуй диван сломали, Женька стал коленом. Это пиздец вообще. А не, у нас, блядь, так не работает. Нет, на уверенных фоткались. Переснимаем или оставляем? Оставим. Кристин. Давай оставим. Ваши фото печатаются. Я тебе сейчас напечатаю. Кристина. Ай, минуточку. Еще говорить не позор. О, о! Теплая, теплая. А еще? А еще? Каблуки, это, конечно, все очень красиво, очень мило, но хочется их быстрее уже снять. Вот, это мы праздновали Кристинкин день рождения. Фоточки чуть позже будут. Даже кудряшки не распались еще. Я даже привезла домой подарочки. Ой, вся малинка вывалилась. Это морской подарок от Алены. И здесь немного открылся контейнер с малиной, короче, с малиновым кексиком. И это все на дне оказалось. Господи, какая печалька. Что, бомбочка пропиталась, что ли? Ну да. Я вам отвечаю, мой холодильник пополняется в этом году фоточками. Кстати, сейчас 23:54. Вот, я уже дома. Включился чуть-чуть кондиционера, пусть комнатка чуть-чуть охладится. Очень хорошо посидели, душевно. Я не люблю, знаете, такие посиделки, там, где очень много людей, там, народу и так далее. А тут мы сидели втроем, такая, типа, такая домашняя атмосферка в беседке, вообще красотища. Вот знаете, когда вы на вот этих вот всяких пьяночках, гуляночках, Господи, золотое правило. Сделали фотки, убирай телефон. Просто в сумочку. Отключай интернет. Хорошо, он, во-первых, глушился, и все мои сообщения отправлялись с большим таким промежутком. Просто вот сделала фоточки, там выложила что-нибудь, не выложила, пофиг. И все, и удаляй, блин, интернет. Вот это вот, это вообще жесть. Такая, смотрю утром, думаю, а зачем я писала? Блин. И вроде, ну, как бы я особо не пью. Как бы я мало пью. И тут Кристина какие-то коктейльчики мешала нам, и все. Я такая думаю, боже, зачем я писала, зачем я фотку скидывала? Такая, господи. Но, с другой стороны, написала и писала. И что? Да, и что? Да, это делала я. И что? Вчера было вчера, сегодня я уже все дома. Что было, то и было. Ладно, немножечко как-то такой-то... Не то чтобы стыдно, но такая думаешь, зачем ты это делала? Ну, ладно, все равно. Вот. Знаете, какой кайф в собственной квартире разбирать собственную сушилку? Это так прикольно, на самом деле, когда вот стоишь спокойненько в халатике, в пижамке, разбираешь сушилочку. Вообще класс, ребятки. Но я немножечко про другое. Мы вчера с девчонками, когда сидели, мы, в общем, обсуждали тему, что... Вот я им честно говорю, девочки, говорю, вот я для всех, всем кажется, что я капец карьеристка, что вот для меня муж, семья — это все чуждо, там, типа, дай бог, чтобы я там к 30, там, вышла замуж, и так далее, типа, там, то все, 5-10. Говорю, а прикиньте, вот... Оно получается наоборот. Я хочу. Я вот поняла, что я хочу семью. Когда у меня стал вопрос с выбором магистратуры, потому что надо через год уже делать какое-то направление, куда, у меня была мысль поступить на правоохранительную деятельность. Но
Правоохранительная деятельность – это чисто ты должна отдаваться этой сфере. То есть ты не будешь мамой, ты не будешь женой хорошей. Вот. И ты не реализуешься в этой части жизни. Я так подумала, блин, я не настолько люблю правоохранительную деятельность, чтобы ей посвящать всю свою жизнь. Потому что, ну, профукать многие моменты жизни своего ребенка, допустим, там, в будущем, да, потому что, там, я не знаю, как у них там все правильно, в наряде, в оцеплении, еще где-то проводить время вот этих на сутках и так далее, на дежурстве, ну, как-то не хочется, если честно, как-то вот... Хочется все-таки вот реализоваться немного как в будущем, как мама, как жена. Ну, сначала как жена, а потом уже когда-то там как мама, да. Вот. И мы вчера разговариваем на эту тему, и знаете, это так, блин, ну вот интересно это все, потому что мне говорят, вот ты всегда была образом карьеристки, и тут ты заявляешь, что, блин, девочки, я хочу семью, я хочу там как бы... отношения такие, которые перейдут в семью, там, мужа, дети, все дела. То есть он как бы строить что-то совместное, строить что-то интересное. И, в общем, у всех, когда я там всем говорю, в общем, все в шоке. Я хотела диплом на девичью фамилию. Это прям было, вот, знаете, какая-то мечта была. Я не знаю, почему, блин, какая-то цель. Диплом на девичью. В чем прикол, я не знаю до сих пор. То есть, типа, спустя время ты такая думаешь, как бы, да, он уже будет на девичью, но только он будет, ну, по факту, скажем так. Потому что диплом меньше, чем через год, замуж я не выйду так быстро, это точно. Вот. И... зачем, к чему это было, вот это вот на девичью строго. В общем, это все загадки, это все непонятно, это все очень интересно, но очень-очень непонятно. Вот. Поэтому такие интересные вчера мысли, мы вчера это рассуждали, так я сижу и говорю, девочка, я хочу семью. Я хочу мужа, я хочу, чтобы кого-то встречать, когда он там с работы приходит, там, какой-то совместный досуг проводить, там, и так далее, и тому подобное, в общем, блин. Если дури тебя поцелую, как только докурим на туре, ведь губы в глазури блестят, ты подходишь по цвету волос и фигуре, минуя паршивые будни. Я растворяюсь в глазах твоих цвета лазури, я чувствую, что все в ажуре, когда во мне стрелы Амура, ты рядом, и я пью по клавиатуре.